Всем привет, друзья! С вами Лучший Китай ВК, и мне в личку просто завалили сообщениями. Ребят, как настроить Wi-Fi на PS3? Да ну как настроить? Ну, на самом деле я сам не знал, как настроить. Возникла у меня проблема большая. В общем, хотел настроить телефон свой, Android устройство, как роутер. То есть пытался, все находило, все было хорошо, но не раздавало, в общем. Один раз получилось, но я так понял, что только через сим-карту оператора. Через 3G, то есть вообще, ну, скорость маленькая и не очень удобно. Ну, пришлось мне роутер нормальный покупать. В принципе, у меня есть, но он на другой квартире там нужен. Ну, решил купить себе второй роутер на другую квартиру. В общем, тоже не знал, где. Ну, как не знал, я, в принципе, не разбирался. Вот. Как настроить? Значит, заходим в настройки и опускаемся в самый низ. Это настройка сети. Заходим в настройку сети и нажимаем список настроек и состояния соединения. Здесь вот мы видим, что я подключался к LG. Вот все данные, но они нам не нужны. Вот соединение с интернетом. Настройки соединения с интернетом. Нажимаем ОК. Нажимаем простые. Выберите метод настройки. Идет проверка конфигурации. И нажимаем проводное или беспроводное. Если у вас роутер, беспроводное. Если у вас проводное, то естественно подключайте в саму PlayStation кабель, интернет, LAN разъем и нажимайте проводное, естественно. У нас беспроводное. Нажимаем сканировать. Идет сканирование. И вот мы выбираем вот этот секрет. Далее. VPA 2, PSK, далее, ключ VPA. Ключ VPA это пароль. Он у меня вот такой. И нажимаем старт. Далее идет проверка конфигурации сети. Подождите, ждем. Так. Нажимаем крестик. Идет тест соединения. То есть консоль сама подключается и тестирует. Сейчас пойдет проверка. Должно быть галочки. Успешно, успешно. Получение IP-адреса, соединение с интернетом и всякие разные конфигурации. Все, мы видим, что все завершается. Это отлично. Ну а теперь давайте зайдем. Зайдем. PlayStation Store. Как видим, все работает. Давайте зайдем в браузер. Так, в браузере я еще пока не разобрался. Давайте напишем ВКонтакте.
Нажимаем старт. Как видим, все работает. Заходим в ВКонтакте и вводим свои данные. Итак, как мы видим, я зашел в нашу группу aliexpress.com. Все классно, все работает, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, если это было видео, комментируйте вам полезным и поделитесь в социальных сетях. Все, всем пока, всем удачи, ждем видосы. Пока-пока.